Итак, погнали, погнали, ребята. Как сокрушить вашего соперника тараканчиками за зерга? За зерга против зерга, да? Отличный билд, ребята, очень крутейший. Подсмотрел его у грандмастера зерга с Европы. Очень-очень толково. Особенно мне нравится чем? Что здесь начинается все как по стандарту. То есть первый верлорд летит проверять, там есть хата или нет. Второй тоже там летит в центр карты. Ставится 16-я хата, 18-й газ, 17-й пул. То есть вот прям чистый стандарт-стандарт. Затем мы наполняем газ. Делаем 20-го кстати дрона тоже. Потом 20-й оверлорд. Точнее 19-й дрон. 20-й оверлорд. И дальше мы, собственно, добываем 100 газа и снимаем с газа двух рабочих. Отправляемся добывать минеральчики на натурал. Ставим базу. Ставим в 2.30. Вот такая вот у нас стандартнейшее начало. То есть супер стандарт. Затем отсюда как играется обычно. Кстати, когда вы сорвали двух рабочих с газа, они пошли добывать. Следующие два рабочих ралли-поинтами идут на минерал. Ой, точнее, опять газ добывать. Путаюсь, потому что шикарный, шикарный, отличный билд, крутая стратегия, крутая игра, может всегда получиться у вас с ней, очень круто. Поэтому, если вы хотите вот научиться играть за зерга, начать с этой стратегии в ЗВЗ очень рекомендую. Посмотрите внимательно, у нас строятся две квины одновременно. Две квины одновременно сейчас достраиваются, делают по инъекции. Это ключевое отличие от всяких стандартов. То есть, обычно у нас идет крип. И потом инъекции, но здесь нет. И обычно в этот момент в стандарте один рабочий снимается и ставится Bailing Nest. Таким образом мы, в принципе, защищаемся от различных ранних атак. Вот, здесь же мы останавливаемся на 27 рабочих, то есть больше мы рабочих не строим. И с этой точки мы строим только лингов, только лингов. И здесь параллельно делаем, смотрите, делаем Roach Warren в 3.10. 3.10 мы ставим Roach Warren, доделаются две инъекции, делаем сразу же. Сразу же моментально делаем две инъекции и делаем еще собак. Продолжаем делать собак, делаем собак. И вот у нас там уже скорость почти готова. В 3.30 она должна быть готова, у вас скорость. И вы бежите на другую часть карты. То есть здесь я немножко забыл скорость, поздновато заказал. Вся вот эта толпа может бежать и идти напрягать зерга. Она должна побежать, понять. Где зерг ставит третью, что он там делает. То есть мы можем начинать отвлекать. Если не хватает АПМа, можно не отвлекать. Когда на 70% готов Roach Warren. 70%. Вот. Ставим Bailing Nest. Именно так. Что мы получаем? Как только он готов, мы заказываем сразу уже не лингов, мы заказываем тараканов. Мы заказываем тараканов где-то 6-8 штук. Это наша армия тараканов, которая будет нам танковать. Посмотрите, вот она идет, армия тараканов. Мы добегаем вперед, и посмотрите, как только мы добежали, мы делаем бейлингов. У нас получается 5-6 бейлингов, где-то, может, 6-7. У нас есть тараканы, бейлинги и линги. И вам очень важно их как-то поделить в отдельные контрольные группы, очень отдельно. В чем суть, да? То есть линги, вы ими бегаете, вы ими все напрягаете. Тараканы наносят урон. Они просто убивают лингов, они убивают плетки, все, что надо. Но тараканы, когда к ним начинают нападать вражеские линги, вы к ним подбегаете бейлингами. То есть бейлинги защищают. И посмотрите, соперник просто не успел среагировать, он вообще не подготовился и просто-напросто получил по заслугам, как говорится. То есть вот такой вот мощнейший алын. И что самое интересное, ребята, что вы сейчас увидите? А вот что. Пока я тренировал этот алын, я, в принципе, играл его во всех матчапах, и он отлично работает против протосов. Поэтому, ребята, если у вас проблемы против протосов, то тоже обратите внимание на этот алын. Он, в принципе, точно так же бывает играется против протосов, только мы не делаем Bailing Nest и просто тараканами равагерами приходим, тоже достаточно сильно. Но пока тренил, я делал с бейлингами, и тоже забавно получается. Смотрите, третья база. Мы, в принципе, пробегаем, смотрим, что происходит, делаем. И, кстати, я, к сожалению, не тот реплей взял. Так, ребята, прошу прощения, произошел косячок в реплее, но обязательно показываю вам все равно, как это должно выглядеть. Вы заказываете 6 тараканов, и пока они бегут через всю карту, у вас здесь делаются бейлинги, конечно же, делаются бейлинги. Вы подходите к протосу и просто банально оцениваете ситуацию, есть ему чем убить быстро бейлингов или нет. И
Ваша задача какая будет? То есть, если у него есть чем убивать бейлингов, к примеру, адептами, начать сначала атаковать с лингами, и потом в последний момент отступить и взорвать стеночку. Стеночку взорвать бейлингами, то есть именно адептов, а дальше забежать и начать крушить протаса. Очень много юнитов, отлично протас пробивается. Я говорю, косячок в реплее, поэтому придется вам поверить мне на слово. Вот. А с вами был Тед, надеюсь, вам понравился этот билд. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.